чудо. Слушай ее, а я буду рядом и прослежу, чтобы она тебя не мучила. Ладно, хватит трепаться. Итак, твоя команда – ключ к победе. Во многих гонках ты можешь участвовать с помощником. Помощник может блокировать противника, разгонять твою тачку во время заезда или подсказывать, где можно срезать. Сейчас я немного побуду твоим помощником для примера. Невилл нам поможет. Он будет нашим соперником. Для начала ты должен научиться подавать сигналы помощнику, когда пришла пора действовать. Без этого он просто будет мотать круги. Давай, пробуй. Молодец. Запомни, это команда для блокировки и разгона. Наблюдатель работает с тобой на протяжении всей гонки. Блокировщики действуют как истребители. Могут пожертвовать своей машиной для того, чтобы столкнуть твоего соперника в кювет. Я покажу тебе, как это делается. Скажи, когда блокировать Невилла. Вот так. Понял, как работает блокировщик? Разгонщики — это демоны скорости. Две машины, идущие друг за другом, могут развить большую скорость. Пристраиваешься за кем-нибудь и висишь у него на хвосте несколько секунд. Разгоняешься как следует, обходишь помощника и летишь вперед. Ладно, давай команду, и я тебя разгоню. Знать. Я не могу больше тратить время на тебя. Поехали! Поищем приключений. Ты надолго пропал. Зажигал в Рокпорте, да? Тут многое изменилось. Куча мелких группировок. Просто безумие. Попробуй опознать. Эй, копы! Это Кросс. У меня Кольт-6. Особо опасный. Эй, чего? Ох, мы сейчас повеселимся. Я помогу. Я отвлеку. Отрывайся. Внимание патрулям! У нас код 6, возможно, группа, попытка скрыться. Идет погоня. Всем приготовиться исследовать район. По другим вызовам работать на канале 1. Объект «Красная масса». Одна машина не может продолжать гонку. Диспетчер, объект устроил ДТП. Помощь не требуется. Продолжаем погоню. Сьерра 19. Сигнал принят. Включаюсь. Перестраиваемся для прочесывания.
он делся, не пойму. Последний раз код 6 ехал на восток. Немедленно отцепляйте этот район. Ага, вот он. Код 3. Диспетчер, мне требуется помощь других экипажей. Принято. Вера 19. Есть свободная машина. Направляю к вам. Я заглох. Прекращаю погоню. Внимание! Начинаем поиск. Объект скрылся. Перед тем, как скрыться, нарушитель ехал на восток. Принято решение оцепить район. Уточните координаты точки. Оставайтесь на связи. Хотя внутри, мы берем от вас. Приближаемся. Группе Дельта, внимание! Это 2 Дельта 4. Преследуем нарушителя. Пытался обойти. Эй, надо встретиться. У тебя есть координаты убежища. Я уже там. Диспетчер, задерживай 10.32, но не наш код 6. Сейчас подвезем. Внимание участникам погони. Объект скрылся. Продолжайте патрулирование. Дариус дал тебе убежище. В нем ты можешь чинить тачку и прятаться от легавых. Тебе нужен помощник, и это я. Давай покажу, как тут все устроено.
Я слышал, что ты вернулся. Теперь тебе пора исчезнуть.